игрушек. Уроки физики, как правило, считаются одними из самых сложных в школьной программе. Но только не для учеников школы номер 2 города Гусь-Хрустальный. Рабочий стол учителя Ларисы Ершовой напоминает необычную мастерскую. А урок по вполне прозаичной теме «Центр тяжести тела» называется совсем нестандартно – «Физика добрых игрушек». К ним подвешен шарик, баланс. Если его покрутить, то курочки начинают клевать. Все это происходит также за счет смещения центра масс. По такому же принципу работает и медведь. Если покрутить шарик, то он начинает крутить штурвал. Казалось бы, это так просто. Объяснить детям понятие равновесия с помощью бычка из известного стихотворения Агнии Барто или курочек на кормушке. Связать это с историей народной игрушки, а заодно и рассказать им, выросшим в век мобильных телефонов и социальных сетей, почему лучше, когда малыши играют именно с этими незамысловатыми предметами, добрыми, успокаивающими ребенка и не вызывающими агрессии, как компьютерные монстры. Просто и вместе с тем невероятно сложно. Ведь этот урок возник не на пустом месте. Это плод многолетнего опыта, усилий и творческого поиска. Лариса Ершова в педагогике уже 24 года и преподает именно в той школе, где училась сама. В этом году она стала победителем регионального конкурса «Учитель года» в номинации «Учитель-исследователь». И в сентябре представит Владимирскую область на всероссийском конкурсе. Это мой родной кабинет, в котором был мой класс, и классный руководитель тоже была учитель физики. Именно моя учительница Фролова Галина Ивановна, спасибо ей большое, вдохновила меня на профессию учителя. Учительница вспоминает, в юности семья не поддержала ее выбор профессии. Лариса целый год никуда не поступала, проверяла себя, работая все в той же школе. Но желание стать учителем оказалось сильнее. Сегодня ученики говорят о Ларисе Ершовой с восторгом, вспоминая, какие интересные опыты они делали, выполняя задания по физике. С каким давлением, да, моя кошка давит на пол. Я взяла миллиметровую бумагу, поставила туда свою кошку и обвела ее лапку. Потом мы померили клеточки и рассчитали по формуле. Но это было очень увлекательно, знаете, поставить кота на миллиметровую бумагу – это тяжело. Я сделала как бы фонтанчик из трубочек обыкновенных коктейлевых. И получилось, что дома я сделала свой собственный маленький фонтан. Принесла это и показала на видео. Всем было очень интересно узнать. Творческая подача материала не только прививает интерес к предмету, но и облегчает его усвоение. Дети в один голос уверяют, у этого учителя домашние задания никогда не бывают скучными. Например, если приходишь на урок, и вот скучно на нем сидеть, а вот она преподносит информацию вот прям так, что прям в душу западает, вот прям ну, хочется ее учить. Честно говоря, я дома даже физику не читаю, я просто запоминаю, что она мне говорит, и потом, если спрашивают, я рассказываю все на уроке. Выход на уроках физики за пределы учебного предмета, или, как сейчас модно говорить, метапредметный подход – конек Ларисы Ершовой. Но секрет детской любви, наверное, все же не в этом. Учитель на своих уроках создает ситуацию успеха, в которой каждый ребенок может раскрыть свои способности. Учимся решать задачи. Но задачи умеют не все дети делать. Кому-то тяжеловато и с точки зрения математики, и с точки зрения логики. Но у других есть тоже шанс. Вот мы создаем ситуацию успеха. Проявить себя в чем-то другом. Вот проект по технологии, выступить в качестве артиста. Хотя это тоже непосредственно связано с физикой. Проекты, например. Школа номер 2 города Гусь-Хрустальный в этом году отметит свое 50-летие. И носит имя ее выпускника, героя-интернационалиста, погибшего в Афганистане, Алексея Кузора. Это самая большая школа города, в ней учатся более 1000 детей. Кроме физики, здесь углубленно изучают математику, информатику, химию и биологию. Учебное заведение пользуется большим авторитетом и имеет множество наград. В этом году к ним прибавился переходящий приз – «Хрустальный колокольчик». Этот колокольчик был передан школе в торжественной обстановке как символ того, что в школе работают творческие учителя. Он будет храниться в школе до того момента, пока не появится новый учитель года Владимирской области. Как и в любой школе, проблемы здесь, конечно, есть. Одна из них – недостаток молодых учителей. И связано это не только с зарплатой. Далеко не каждый может полностью посвятить себя детям. Очень рада, если кто-то выбрал профессию учителя. Без всяких высоких слов, она настолько необходима и нужна. От нас зависит очень многое, и не только знания. Какое будет следующее поколение? И каждый из нас делает добротно, старается, по крайней мере, делать одну и ту же ежедневную работу. И вот я хотела бы пожелать своим коллегам, во-первых, здоровья, чтобы все получалось, вдохновение, творчество. Главное в профессии учителя – ежедневный труд. Работа над собой, считает Лариса Ершова, иногда в ущерб собственным интересам.
Только тогда, как сказал Роберт Рождественский, в учителе будет мудрость, талантливо дерзкая. Он будет солнце нести на крыле. Учитель – профессия дальнего действия, главное на земле. Татьяна Гордеева, Виталий Сергиев, Губерния 33.